Доброе утро, дамы и господа. Давайте рассмотрим на целый месяц Монеро. Монеро. Что будет с Монеро за месяц? Как она себя будет вести? Если смотреть на график месячный, ну, там одна только была майская свеча. Майская свеча с тенью вниз, зеленая, показывала рост. А, нет, июньская свеча, майская, простите, нет. Ну, посмотрим, она, кстати сказать, на дневке смотрится вот так вот. То есть давайте месяц рассмотрим, какая будет перспектива у Монеро. Монеро. Покажи нам, что с тобой будет. Так. Начало месяца не очень. Так, вот сейчас немножко. А вы знаете, что тут вот на оракуле все карты перевернуты, и я не вижу здесь позитива Монеро. Ладно. Даже их расшифровывать не надо, потому что все в таком виде перевернуты. Оракул. Оракульные карты Золотого Тельца и Раскляровые. Упс. Сами выпали. Слушайте. То, что на оракуле одно, а здесь вот сами выпали на ваших глазах. Вот. Карта Бланка. Удача. Рог изобилия и сам Золотой Телец. Ну что, я предлагаю, раз уж так ситуация сложилась, интересно, то есть само оно вылетело, не то, что я там это, вот, предлагаю сейчас закрывать с Монеро вопрос, потому как это очень две благоприятные карты, если бы одна, то всегда закрывается гадание, все, это перспективы хорошие, туз, пентакли, монет, вот с такой вот телячьей мордой, с быковской такой. Вот. И вот это вот коза Амалфея, рук изобилия. Все, я считаю, что надо закрыть гадание. И перспективы будут благоприятные к росту, к изобилию, ко всему хорошему. Смотрим сегодняшний биткоин. Видите, как все быстро произошло. Произошло все быстро. Это на Монеро. Сегодняшний биткоин, как он себя поведет после 18.00 на... Чикагская товарно-биржевая биржа. Открыть Америку, когда цены свою биржу откроют. Биткоин. Ну, особого, ну, кого-то говорят об умении отпустила. Праздник, урожая. Ну, здесь она будет к тройке, как, к какому-то пути. А вот она, собственно говоря, и тройка жезлов. То есть, скорее всего, немножко пойдет вверх. Я так думаю. То есть, не то, что пойдет, а потенциал. То есть, огонь – это потенциал, это энергия, которая при горении высвобождается. Ну, такая экзотермическая реакция химии. Ну, вот так вот нам показывается. Сегодняшний биткоин. Всех благ, удачи. Торгуйте с профитом. Желаю, чтобы было яблоко показано по-моему. Пока.